Мусульманка в хиджабе вошла в топ-10 влиятельных и выдающихся женщин года. Высокое признание получила адвокат с многолетним стажем, правозащитница Рула Алуш. Всю свою жизнь она борется за справедливость и помогает американским мусульманам защищать свои права. Я училась на юридическом факультете, чтобы быть защитником гражданских прав, доступа к правосудию и верховенства закона. Я мусульманка, и мне нравится, когда меня идентифицируют как мусульманку. Особенно в стране и обществе вокруг меня, где часто существуют предположения и неправильные представления о том, что это значит. Родители Рулы приехали в Америку в начале 70-х годов. Здесь родились их дети. Рула с отличием окончила университет, получила дальнейшее образование и занималась юридической практикой. Она сразу включилась в правозащитную деятельность, вступила в Совет по американо-исламским отношениям. Это жизненно важная организация для американских мусульман. Мы защищаем интересы нашего сообщества даже в самых сложных ситуациях. Я горжусь тем, что служу в этой организации. Сейчас Рула Алуш является штатным адвокатом в юридической фирме «Брикер Грейден». Многолетняя работа мусульманки в хиджабе во благо общества была высоко отмечена. Газета «Inquirer» из американского штата Цинциннати включила ее в десятку женщин года. Самых влиятельных и выдающихся женщин, внесших наибольший вклад в развитие штата.